Ее Stellingfield Productions представляет. Джим Вандервуд. Стефани из кафе. Джон Крайкамп, Йосе де Пауф и Тон Ван Дорт в фильме «Стрелочник». По одноименному роману Жана-Поля Франсенса. Авторы сценария Георг Бургманс, Ханс де Вольф, Йос Стеллинг. Операторы Франц Бромет, Тео Ван де Санде, Пауль Ван де Бос, Гоэрт Гилтей. Художник Герт Брингерс. Продюсер Ник Коппен. Композитор Мишель Молдерс. Режиссер Йос Стеллинг.
À quelle heure est le suivant? Vous ne comprenez pas. Ah! Espèce de con! Imbécile! Je t'ai rien fait, hein! Fous le camp! Con! Dégoûtant.
Merci. Au revoir. Закоченел. Сейчас принесу одеяло.
Это я. У тебя в кровати женщина. Ничего себе. Откуда она? Как ее зовут? Декутан. Декутан? Декутан. Декутан. Иностранка. Я знаю, что это за женщина. У меня был приятель. Как-то вечером он сунул в карман все свои деньги и вышел из дома. Все улицы, площади были пустынны. Он подошел к большому дому, мимо которого очень часто проходил, и зашел внутрь. Там повсюду были зеркала и лампы, сотни ламп. Красиво. Наверху, возле лестницы, были маленькие кабинки, стеклянные кабинки для ожидания. В них сидели солидные господа. Все было красное, и было жарко. И еще приятная музыка. Она лилась отовсюду. Скрипки. А потом по лестнице спустилась красивая женщина. Роскошная. У нее был большой красный рот. И она приветливо улыбалась тем господам в кабинках. И ему тоже. Мужчины захлопали в ладоши и закричали. Ставки становились все больше и больше. Женщина взяла его за руку и повела вверх по лестнице. Там она пошла вперед по длинному красному коридору. Я увидел в зеркале, что она ждет меня в маленькой комнате. И снова звучала музыка. Мох. Пахло свежим мхом.
Могу я взглянуть на ваш билет? Можно узнать, что она здесь делает? Она не умеет говорить? Она глухая? Вы глухая? Куда она направляется? Не выйдет, мадам, мы не по этому делу. Тише. Я буду вынужден написать рапорт. Вы должны уйти. Запрещено. Здесь не станция. Убирайтесь. Она может уехать с вами. Я напишу об этом рапорт.
Thank you.
У меня для тебя официальное письмо. Она должна уехать в город. Иначе у тебя будут неприятности. Дай ей денег и... У почтальона на нее зуб. Берегись его. Я тебя предупреждаю. Он и пирог твой съест.
Dégoûtant! Thank you.
allez voir quelque chose? А я ведь здесь в последний раз. Поездов больше не будет. Пошел! Женщины. Жаль. Thank you.
Vers le sud. It's my birthplace. D'abord partir. First we must leave. Le sud.
Сыро. Мхом пахнет. Кофе? Хорошо, одну чашку. Нам надо ехать. Это последний поезд. Кстати, женщина тоже хочет ехать. Нам надо
На русский язык фильм озвучен студией «Пифагор» по заказу ГТРК «Культура» в 2005 году. Thank you.